Сегодня мы раскрываем себя вместе с Евгенией. Для нее это первый раз, когда она так на публике играет на барабанах. Да и вообще она первый раз играет на барабанах. Цель этого занятия не то, чтобы научиться играть, хотя и это тоже. Но прежде всего и основная цель – это найти собственный ритм, позволить ему проистекать, позволить ему выйти наружу. Человек может и не уметь играть на музыкальном инструменте, но у каждого человека есть свой ритм. Тот ритм, который исходит из его души. И если человек позволит себе играть в этом ритме, воспроизводить этот ритм, то все будет получаться у него хорошо. Даже почти с первого раза. Человек первый раз на людях. Первый раз, в смысле, вообще первый раз. И на людях играет. Еще одна интересная вещь, когда человек начинает играть свой ритм, он начинает раскрываться. Его душа, то место, откуда идет этот ритм, начинает соединяться с телом, и в этот момент наступает измененное состояние сознания. Человек буквально растекается, он наполняется своей душой и начинает ее пропускать наружу, в мир форм. Это невероятное ощущение, наполненное блаженством и радостью. Самое главное в этой практике – это не пытаться играть в чей-то чужой ритм, не пытаться играть что-то знакомое, что-то услышанное, а просто позволить себе воспроизводить тот ритм, который лучше всего получается, тот, который исходит. Просто играть и играть. Уже очень скоро наступит очень интересное состояние сознания, близкое к экстазу. Важно даже не слышать музыку, не слушать музыку, которая воспроизводится, не слышать этот ритм, а ориентироваться на те ощущения, которые происходят внутри в момент игры, и пытаться настроиться на поток. Этот поток будет как бы проходить сквозь вас, проливаться сквозь ваши руки в игру на барабане. Как видишь, даже никто внимания не обращает. Совершенно нормальное явление. Так что мысль о том, что люди что-нибудь подумают, это только мысль. Здесь Евгения нашла свой ритм. С тобой неинтересно, тебя жажда познания сильнее страха. С тобой неинтересно, тебя жажда познания сильнее страхов. Что меня боялась? Не, ну есть люди, которые там боятся. О, на людях. Кстати, вообще не страшно. А когда собиралась, страшно было? Да. Что, проблема в том, что просто собраться. Первый шаг.
собственно, ритм, который вот прямо из тебя поет. Можно не уметь играть на инструменте, но у каждого человека есть свой ритм, под который он в транс ходит. Попробуй его воспроизвести. Прям можешь проговорить про себя там, что из тебя идет, допустим, по звукам. Вот я сейчас играл дум-тык-дум-та-та-дум-тык-дум-та-та-дум. Попробуй проговорить про себя ритм, просто как угодно, и попробуй воспроизвести его. Звук слушать, а найти, откуда течет этот ритм. Да даже больше не звук, а ощущение, откуда этот ритм проистекает. Сфокусируй свое внимание туда, откуда идет ритм.